Всем привет. Продолжаем. Ой, Airhead. Нас сносит ветром. Так, а как нам вернуться теперь? Да, стой. Ой! Это все, это конец? Внезапное приземление. Прикольно. Так, это... Где мы? Угу, понятно. То, что мы вот... Ну, понятно, он с гелием внизу находится. В случае чего мы сюда, скорее всего, будет план вернуться. По-моему, мы вот как раз вот там поднимались в прошлый раз. Да, это было внезапно. А дальше куда? Так, надо бы прыгнуть, да? Понятно. Ой! 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 Успел. Опять нас или чудик что? Алло. О, ты куда меня понес? Типа спасибо. Так, что у нас внизу есть? Ну, мы сейчас всегда сможем вернуться, да? Наверное. Ой. Так. Что-то я не хочу, я пока использовать. Только если это не... Да. Зря я это сделал. Я подумал, что это этот с гелием. О, это не это самое. Ну да. Ха. Вот прикол называется. Когда-нибудь там... В прошлый раз то же самое было, когда мы там упали. А я еле заметил выступ. Здорово, конечно, а... Ну ты дурак, что ли? Я же там... Там уже была эта штука. Штука. Ну, и допрыгай ты уже. Выступ. А, ну да. Так успеть. Ну. Ну, прыгни вниз. Ты идиот, что ли? Ну, прыгай вниз. Он и прыгает вниз. Как я успеть тут должен? Прыгает тоже. А, опять же нет прохода. Давайте пойдем дальше тогда. Я не знаю. Не хочет и все. Ну, а правильно, да. А сюда пройти мы не можем. Ты дурак, что ли? Вот же. А, стоп. Может быть, надо было... Хотя, не знаю. Не, ну как... Видно же, что проход есть. Он тут даже не пытается залезть. Точнее, пройти. О, прыгай вниз. Что не так? Что H? Ну и что? Какой-то воздушность, вот проход. Вот этот самый. Подыши воздухом. Идиот, что ли? Я не понимаю, мне. Какую тебе воздушность нужно найти?
Да он не залезет. Нужно как-то успеть что-то. Ну и чего? Сюда будешь прыгать? Нет. Сюда он не прыгает. Сюда он не проходит. Ты. Прекрасно, короче. Тут мы сможем что-то сделать? Там как будто может тот самый проход, нет? Как будто такая какая-то штуковина. Ну понятно, возвышенность, да. Да уберись ты, эскейп. Не мешаешь только. О, решил проверить, называется. Сюда не залезает, например. Спустись вниз. Ну спустись вниз. Ну что ты тут такой слепой, что ли? Приносный. Я уже забыл, там не было никаких дополнительных функций у нас. Ну, помимо освещения. Ничего мы больше не получали там. Ну и дальше куда? Я же вижу то, что нам нужно идти именно вот туда. То есть как-то обойти, спуститься, вот там пройти вот, да, с другой стороны. Но он же туда не идет. Вот я ему нажимаю вниз. Спасибо, наконец-то ты додумался пройти вниз. Молодец. Так сделано неудобно. Сейчас надо было не зажимать shift, а там. А просто пройти вниз. Так, окей. Есть ли что у нас тут? Сейчас проверим. Вот здесь, в смысле. Здесь. Какая-то... Ну... Что-то мы там нашли. Вот. Вот я говорю. Пройди вниз. Ну, мы сейчас опять сдохнем. Ну спустись-то. Вот. Это, блин, там, не знаю, через одно место нужно выполнять. Не очень удобно сделано. Так. Что-то мы там нашли вообще. Ну понятно, что нам сейчас вот сюда направо. Тут мы опять подышим. Поднимемся еще повыше. И вернемся обратно. Нет, не вернемся. Да. Ну да, вот опять. Рестарт, а по итогу мы... Не летим. Так. А, ну и понятно был проход оттуда. Потом, соответственно, здесь. Там нас снова сейчас поймают тот чудик, скорее всего. Давайте все-таки проверим. Главное, чтобы мне игра не зависала. Потому что проход-то явно есть. Вот, допустим, вот, пройди вниз.
Нет? Не пойдешь вниз? Вот он туда вообще не идет. Все. А там вообще нужно было париться, мружиться, не знаю. По-любому там есть проход вот вниз. Да что, внизу проход есть. Я более чем уверен. Ой. Да я так добегу. Так, подышим. Что здесь? Эйч. Жука-птицы ненавидят, когда им мешают есть. Вопрос в том, как обойти их незамеченными. Угу. Теперь они нас обратно, да, ведут? Забыл, на какую клавишу там у нас был этот факел. На Q. Потому что если у меня использую свет. А, ну понятно. Банально под эту штуку не пройти не буду. Сейчас заберете отсюда. А мне вообще сюда? Или мне просто пройти надо было дальше? Нет, стой! Нет! Жука-птиц! Ну нет, он туда не идет. Хм. Интересно. Просто, ну а куда нам, собственно, идти-то сейчас? Ты меня куда отвезешь-то? А, ну, все. То есть, иногда это нужно, иногда не нужно, да? Чтобы нас куда-то отвели там. Эй, в смысле? Камень! Камень верни! Отвлечь в смысле камнем? Отвлечь надо. То есть мне не нужен был камень. Так, а еще в общем подняться нужно? Или нам туда нужно? Ну, допустим. Что здесь? Еще какая-нибудь прибуда будет? Нет? Здесь ничего не поможет добраться до лаборатории, но может на вершине утеса что-то есть. Здесь ничего не поможет добраться до лаборатории, но может на вершине утеса, на вершине утеса что-то есть. Может и есть. А вот да, нам до сюда, да, добраться надо. Лаборатория. Так, у нас сейчас туда перегинут, жука-птица. Прямо вниз, да? Да ладно. Тут уже интересно. Ну, допустим, куда они сейчас могут перекинуть? Куда-нибудь вниз оттащить? Да нет, наверх. Так, а если вот сюда? Да! Блин, ну почти успел.
Жука-птица. Опять здесь. Давай, тащи меня. Маленький чип. Жука-птица. Так, камень. Поставь тут голову. А я здесь не пройду был теперь. Я вообще никуда не пройду уже. Да. Так, а здесь пройти можно? Так, а если... Нет. Вот так. Это смысл? Поставь тут голову. И чего я сюда шел? Да. А я думал, там проход был. Так, там что, камень торчит? Непонятно. Так, а как-то пройти-то сюда нужно было. А, ну тут явно есть проход. Возможно, даже вот как раз вот здесь идет, да? Над нами сверху. Так, это жукоптист сверху там сидит. Непонятно, куда он идет. Вроде прохода нет. Или вот этот нам показывает прям. Ну, туда не идет. Пойдешь вниз. Вниз он не идет. Наверх он тоже не идет. Так как будто бы проход есть сверху, но он туда не идет. Опять нажимаем прямо. Прямо. Или что он? Типа не достает за тут с головой. Как будто камень. Даже не камень. Может там пещерки. Так. Мне тут надо было проломить этим. Сюда надо его оттащить так что? Может он его должен забрать отсюда. А если я его спихну? Ну да, он его, по-моему, туда как раз подтащил в прошлый раз. А, вот он его сюда поставил. Ну, понятно. Для чего все просто, оказывается. Так, что есть тут? Скорее всего, ничего.
А может и чего? Там лиана? Понятно. Нет, наверное, надо именно через верх. Посмотрим, что есть у нас здесь. Здесь, собственно, ничего. Ну, давайте посмотрим, куда они у нас оттащат сейчас. Понятно. Спасибо. Или не спасибо. Тупичок. Небольшой. До некоторых мест можно добраться, только если прыгнуть выше. Так, стоп. Может, здесь какая-то лестница, по-моему, только что была, да? Или нет? Ой. Отсюда не тащит. А если так, даст ли нам это что-то? Не совсем понимаю, что я там намудрил только что. Сейчас могу камень подтащить на этот раз еще раз. Но он туда не долетит же, да? В правильном месте. Так, а если... Или не ага. Или я перепрыгнул маленько. Непонятно, не маленько. Вроде бы все правильно, а вроде бы неправильно. А, вот в чем прикол. Там бы прошел, конечно. Спасибо, хоть камень еще совсем. Я подумал, то что нам этот камень вообще где-то наверху нужен был. Ну и вот так вот. Опа. Очередные танцы. Что это такое? Нажми Space во время прыжка, чтобы совершить двойной прыжок. Двойной прыжок расходует один глаз.
Окей. Ну, вроде бы мы на воздушном ускорении. И что? Нет, не сюда. Давай, разбей там башкой своей. Ну ладно. Надеюсь, нам это и нужно было. Хотя там вроде проход есть, разве нет? А что тут они прыгают? Давайте попробую еще раз. Ладно. Прям музыка исчезла. Вот же проход, да? Как будто бы. Ну это просто как бы двойной прыжок и все. Нет. Стену ломать он не хочет. Так, мы не сможем спрыгнуть что-то вниз или как? Видимо, нет. Вот поэтому нас, видимо, и предлагали. Давай, спасай меня, а то я там застрял в одном месте. И сюда можно пройти теперь. Прикольно, кстати. Ой. Это же немножко не то, что мне нужно было. Ну, кстати, сдувайся. С кого делать в таком случае? Еще выше можно подняться здесь? Выше не поднимается. Ну, долго не жду, спускай. Давай, я не знаю, бошку тогда оставим слева. Ну сдувай. Брось, бег. Подними. Что так неудобно-то? Сдунь. Эй, чё мне тебе, блядь? Я теперь не могу даже бутылкой сотнуть. Да. А может нам просто надо было с другой стороны проходить на таком случае? А проход-то есть теперь? Попробуем пройти все-таки с другой стороны. А, ну да. Ладно, давайте попробуем все-таки оттуда пройти дальше. Потому что зря я тут парюсь в этом плане. Угу.
Хотя сюда он прыгает гонно, да? Нормально так вообще. Тут есть что? Это непонятно, для чего это нам. Что ты делаешь? Так, понятно. Нам... Хотя нет. А куда? Как бы понятно, что там камень тут вот протолкать надо было. Ну, допустим. То есть там в любом случае здесь потолку, да? Или нет? Подскажет. Просто не заметил, что здесь подсказки были. Никаких вам подсказок. Только если мне как-то успеть подышать здесь, потом взлететь вот так два раза. Ну зачем ты сюда летишь, а, идиот? То есть сюда ты не летишь, камень ты не сдвигаешь. Зачем нам вообще нужен был вот этот вот механизм? Чтобы потом он прошел там. Ты же не полезешь вот сюда? Или полезешь?
Да камень бери. Что нам это дало? Явно нужно что-то с этим камнем делать, но я его не могу даже подвинуть вправо. Сюда он даже не прыгает теперь. Ну это все, это конец, видимо. Надо даже не продлевает, не знаю, начать заново где-нибудь, там, начать заново уровень. Так, стоп. А это Лиана? Или нет? Ну что ты делаешь? Идиот, блядь. Извиняюсь. Залезь ты ж. Это же Лиана была, ну что ты делаешь? Так, допустим. Ну забирайся. А, я блин, прыгаю, я же без головы. Шип. Мысли. Да спустись ты уже. Возьми голову, сейчас сдохну. Да. Да, конечно. Прям таки то, что мне нужно было. Спустись ты, дурак. Да и что дальше-то? Сюда он ее не тащит, этот камень. Давай пройти не могу. С башкой это. Что-то я не понимаю.
Просто стрелять там и все. Допустим, ладно. Хоть какой-то прогресс уже пошел. Так, мы забраться не можем? Нет, не можем. Значит, нужно что-то сделать. Сверху. А, даже так. Интересно, интересно. Ну и что мне делать? Ты мне поможешь какой-нибудь, чудик? Цыть ты, ё-моё. Помог мне. Ну что они забираются с этой башкой-то своей? Что ты делаешь, придурок? Спасибо, блин, дебил. Я понял, короче. Что ты делаешь? Напустись! Спасибо, такой медленный, блин, не просто поражаюсь. Ну сдувайся! Идиот, блин. Почему он упал вниз-то? Блядь. Нет! Сейчас сдохнет, смотрите. Ну конечно, естественно. Ты ж такой тупой, что ты, блядь, не можешь придет не использовать ее. Да почему? Мы тут что, не знаю, бильярд играем, что ли? Спасибо. Спасибо. Понятно, недолет. Тут буквально вот чуть-чуть надуешь, он не полетит, а надуешь слишком много, так улетит куда-то далеко выводит.
Я так не успею. Ну понятно. Не, ну все, это финиш. Я не знаю, мы. Там же буквально чуть-чуть надо. Чуть-чуть надуй голову. Да не так чуть-чуть. Давайте вправо тогда ее оставлять. Сейчас она упадет вниз, да? Правильно? Она, видимо, уже упала. Ну да, естественно, она упала. Спасибо. Я не знаю, как, куда мне эту голову положить, чтобы она не падала постоянно вниз. Ну, сдувай голову, придурок. Идиоты, кусок, гад. Это нереально, блин, просто. Я просил гол положить! Игра, ты забаговала, что ли? Что ты меня начинаешь сейчас вот фризить? Объясни, пожалуйста. Это надолго. Понятно, заново. Я не знаю, куда мне эту бошку класть. Это ж мне как мне так пролетать там. О, спасибо. Гениально. Что это у нас будет сейчас? Фриз охуенный, да, ловит? Напустись ты! Идиот! Что ты наделал? Компьютер, хватит мне думать, а? Что ты сейчас думаешь, блин? Заново. Спасибо. Я просил прыгать вниз? Вроде бы нет. Как странно, да? Вот опять фриз. Не знаю, мне что, мне игру перезапустить? Ты идиот, что ли? Что ты сейчас сделал? Спасибо. Спасибо. Все, пускай она здесь лежит, короче. Я не успею. Я не знаю, как это делать. Просто. Ладно, у меня тут появилась еще одна идея. Летит. Пока она там будет висеть.
боже. Ну и все. Я сейчас, не знаю, перезайду, потому что мне что-то... Там жесткие лаги начались. У меня там вылезла, не знаю, реклама типа антивирусом. Что-то могу предположить, что это за него. Так, это у нас тупик дома. Видимо, у нас все-таки сюда. К этому чудику. Вон, который там, видите, внизу находится. Ну вот. Лучше нельзя. Окей. Что-то нам там изрядно дают подышать тут. Показалось. Как будто бы какое-то действие. И что? Или можем толкать? Вроде бы нет. Где мы? Ну, понятно. Вроде как. Нам туда надо? Чем тяжелее предмет, тем больше он может разрушиться. Мне нужен ту тележку сюда сдвинуть. Ну, судя по всему, да. И что дальше? Можно камеру поменять? Игра. Ну что, прикалываться? Мы так и будем с этой камерой бегать теперь. Чего? Конечно, все замечательно. С самого начала отписать. Просто есть такая теория, типа отодвинуть, потом еще раз, еще раз, еще раз. То, почему у меня главная камера не стала меняться. А может мне... А. Да подожди. Предмет. Что-то бошку туда положил. Ну, что-то не поменялось.
Так, нам типа нужно было ее, видимо, запрыгнуть, скорее всего. Чтобы он это разрушил. Так, что мудрить? Эй, подожди. Давай, поехали. Поехали! И нет. Не прокатил. Не, ну здорово, конечно. Хочешь сказать, что я должен как-то тут вот штангу сюда, ну, штангу? Эти колеса сюда притащить или что? Какие-то уже метафорами пошли. Сюда не двигается. Мне все-таки нужно что-то снизу сделать для начала. Нет, 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 нет! Понятно, они же тащат эту штуковину. Точнее, тут. Это черт горбатый. Он ее сюда поднимает. Игра! Что там задохнулся вообще? Показывает мне. Да я бы не понял, да, наверное. Давай, где ты? Вертолет. Блин, так правда этот шоковин теперь нужно было бы оттащить. А может мне просто надо это протолкать? Просто я тележка стану в другом месте находится уже. И чего? Да, я на упал прям ровно в то самое место. Гениально. Ну понятно, короче. Так, стоп. Она куда упала-то сюда? Блин, вроде это нужно было как-то так сделать равнее. Где она упала?
где-то здесь, по-моему, вначале. Но... где-то здесь, что ли? А может, здесь, может, где-то здесь. Не укатишься? Он обратно поедет. А здесь? Блин, где она там упала в прошлый раз? Спасибо. Я просил, да. Ой, понятно, куда она падает. Причем тележку, да, он... Ну, не тележку, это какой-то контейнер. А, нет, сейчас он меня потащил сюда, поставил. Ну, понятно, просто сдвигает ее и все. Так, стоп, нет. Так, контейнер падает вниз. А тележка остается здесь. Так. Пока я не задохнулся. Ну, а теперь. О, и она прям. Вы видели, да? Падала так неровно, а потом раз такая и. Прямо вместилась в нее. Телепортнулась, я бы сказал. Давай, поехали. Такая музыка зловещая заиграла, я подумал, как это сейчас такая мексиканская там заиграет или что-то подобное. Так, нам сюда, да? Ой. Внутри. А можно заново? Я просто... Эй, смысл? Видимо, это было зря сделано. Показалось, что там можно было как-то пройти еще.
Но вот сверху, да, нет. Блин. А если нам... Или мы типа не успеем? Там просто вот пропасть есть внизу, да, получается? Прыгай! Вот он не прыгает просто. Ну это, не знаю, это, видимо, по скрипту или как там. Есть какая-то возможность пройти. Интересно. Куда-то еще ниже, а нам, собственно, туда и надо было, да? Хм. Может, нам тогда этот ящик? Стоп, нет, ящик. А что если, что если я его вниз опрокину? Чем выше находится объект, тем больше разрушения он создает при падении. Ну, как-то я не знаю даже. Я не знаю, может, зря это сделал. Блин. Я даже не знаю. Давайте все-таки пока что на этом остановимся. То есть смотрю, прям логические задачи пошли уже. В общем, продолжим в следующий раз. Давай. Ладно, давайте. Опрокинемся. Стой, стой. Ой, сейчас сдохну. У вас двоих. Это, не знаю, стоит под каким-то этим упором. Точнее, под градусом. О. Прыгай. Нет. Да ладно. Хм. Типа мне нужно будет протолкать этот лифт. Не лифт. Ты прыгай, ты дурак, что ли? Застрял просто. У меня нет этих лик. Блин. Надо что самому убирать. Ах, да, так. Я же прыгаю, ну. А, там. Господи. Я понял. Ну что ты делаешь? Ладненько, в общем, на этом закончу. Всем хорошего, да, всем желаю удачи, хорошего настроения и до свидания.